Всем здорова, с вами Реалкут и я. Сегодня продолжаем играть Postal 2. У нас сегодня суббота. И все. В принципе. В смысле, а где все мои пушки? Только не говорите, что у меня их нету вообще. А, слушай, это типа выполнительная миссия, что ли? Не, придется, конечно, попотеть. Скажем. А что вообще куда мне надо идти? Так, народ. Так, народ, продолжаем. Ой, это же этот. Здорово. О, это мне надо. Да, жалко, что мне помнишь, пухи были всякие. Ножницы. Да мелкие, я с ничего не сделаю. Так я с ним ничего не сделаю, хоть делать теперь. Лифт, что ли? Привет. Круто, бабки за то, что я и так делаю каждый день. Да, отлично здесь. Так, это тогда был в аптеке, никогда не было, сейчас их много. Вот эти вообще, выход, нет, так. Сейчас сильно выход пойдет. Такой сессион сейчас хопа и закончится. Одно из двух. Либо эта дверь откроется позже, либо бета-тестеры проглядели этот баг в игре. Нет, иногда оружие, когда громко стреляет, аж разрушает. Поэтому... Поэтому как-то так. Где же душитель? Чего мне, кстати, не нужно? Там как ты. Хорошо. Котов я люблю. Даже больше, чем собак. Я сейчас собак не соблюдаю. Если они не такие маленькие, максимум где-то средние собаки, то ладно, этих я могу еще нормально делать. Но если собаки уже большие и такие сильные, ну, это не, нет, сорян, это не ко мне. Это не люблю собак. Не, они хорошие, я не понял, может быть. Дорогая, я дома! Черт! Я буду когда-то снимать ее. Сейчас буду хоть не Надеюсь, у них здесь есть скрытая камера, которая все это записала. А что у них? Наверняка я установил какой-нибудь рекорд. Надо спуститься в фойе и забрать деньги. Я какого-то там года. О, это шкот. Красавца хранится. Ну, сохранится здесь на идет. Оп. И сохранилось. Погнали. Ладно. А он туда можно попасть. Мозги! Оля! Чёртова травма! Какая травма? Что такое? Это жуть. Не уходи. Но я снова иду. Такое я... О, кошачье мясо. В смысле кошачье мясо? Вы можете? То пацаны какие-то гранаты. Слушай, у меня были ножницы вроде. Ну,
А, это не на Кобин, давайте пошли. Что, детка? Я король ящериц! Короче, я понял, что посвятение это не знак. Ты что взорвался? Гранат. Кто взрывает? Кто взрывает? Тут и были птички. Мне определенно. Мне нужно поискать лекарства. Так. Угу. Сохраняемся. Угу. А, это нога. Думаю, это птичка. А, кстати, если это не знаю, можно вот так делать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вообще классно. Прикольно. Ой, я сейчас сердце потеряю. Точнее, хп. Сейчас мы нельзя сигануть. Котики. Мяу. Одну вход. Так, здесь ничего нема. А вообще, куда их надо? Не работает, Подвиг? Непонятно почему. А я уверен, что дверь на лестницу теперь не заперта. А здесь сколько этажей вообще? Котика за что? Так, слышь. Котик. Так, котик зашел сюда, я беременна. Так, а ну-ка здесь вообще нужно. О, эта штука хорошо действует. Гранату унесла. Использовать. Вали. Так. Вау. Уии. Оранжевее. Хера мне нужна. А, это операционная. Кто не прочитал. Ой, ё-моё, нельзя спал. Это ничего, это опасно. Держите. А, тормозал. Лови. Флэшбэк. Нафиг спичку кинул. Бегаю, ничего не вижу. А здесь есть фонарик? Ничего не вижу. В смысле, а как меня это убить? Мне кто опять оружие взял? Это мелкий. Как-то так. Да, пошел, наверное. Ну, так, в принципе. Ну, конечно, я мягкоса. Попробуй. Ладно, паркур это не мое. А! Хотя, у меня хотя бы чем мягко. Да, сохранимся. Он может запрыгнуть чисто теоретически. Сейчас попробуем. Опа. Короче, надо
Так, короче. Я допрыгнул. Добрал меня. Так, мне уже туалет. Туалет. Хотя, я лучше нужно в руках убежать. Понятно. Угу. Пистолет я нашел. О, ау. Это мне не нравится. Ты сохранишь, что ли? Сколько патрон было? Завтра ты будешь болеть. Я знаю, что ты думаешь, но как это... Так, о, так, мне уже... Скажу, он реально тут это выпустит. Так, он остановился, я что-то боюсь, конечно, от таких опасных видов. А, лох, он вообще не выкидывает. Я с человека осуждаю. Я с человека только... Ну, такие вещи осуждаю, человека только убивать. Не трогайте бедных кошечек, они вам ничего не делали. Какие технические аппараты. При моем-то везении, скорее всего, какая-нибудь монашка или чья-то бабушка. Но все равно рисковать не стоит. Надо мне попросить. Понял? Понял, как он не точку.
Ау, флешбэк. Уходить вообще место. Мне какой все равно. Родильную отдел. Странно, где назад, что ли? А, или спорт под флешбэк? Ну да, вон женщина. Так, администратор. Эй, смотри, куда идешь. О, о, это мои пушки. А вот мой пистолет, это не мой пистолет, это не мой дубалик, это мой пара. Подойди, решай. Так, о! О, эта штука хорошо действует. В смысле, а тут есть еще. Ну, в принципе, что-то окно уже можно. Как-то... А там есть что-то типа дополнительное. Обычно там всякие винтовки прячутся. Так, там все окна закрыты. Здесь все закрыто. Ладно. Еще один приступ. Ауч. Где мои всякие. Да, тут это не. Слушай, что он зомби стал? Вообще, чё чувак тупи стал, мне так никто не объяснит, потому что он самому догадывается. Сюда, где мне было это фигня? Опа. Да, детка, я король! Ты сдохнешь уже, а? Все же смогли вывести меня из себя. Что там, Валки, что ты? Ну, как раз ты умеешь. Вау. Я бы такой гомбре. Ну, я бы не могу быть. Выполнение, да, уроды. Сколько жизни? Маленькая тварь. Где гранаты?
Так. Так, и идем дальше. Ох, кстати, я помню похожую локацию. Дуба. Там было, там были. Альчама на хани, там. Ладно, давайте подумаем. О, там эти. Давай-ка тихо. А, там есть эти. Ну, там нужно будет у меня. Там есть броник, который мне очень не понравится. Тем более у меня. Я сначала ровно. Вы видели, я ровно попал. О, эта штука хорошо действует. Это что было? Что-то непонятное. Ты что? Ты что с ними пилишь? Мои ворота. А блин, где хоть автомат? Да, и так. Я не вообще говорю, он же гнилит в ваших сетях. Да, 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 да. Что это? Он кушается не хлебнул, но... Я похоже почти. Че не ищет? Какой-то там электро не снизу. Бумаг. Что это? А, это смысл. Боже мой, это вам. Голова будет потом болеть. Сохранение это обязательно, чтобы там тысячу миллиард заходит. Оп, оп. Ну, похоже, что мы все изучили. О, это похоже на портал. Давай, стена. Боже, я думаю, это будет типа телепорт. Сейчас, ловить меня, все попробуем. Идеально. А я уже дрова не купил. Блин, ну это не мой адрес. Так мне уже лучше.
Пожалуйста, дай по голове, ну все что угодно, только не по голове! Два больного крула. А смысл, кстати, вообще, а не мешает? Я этого не вижу. О, боже мой. А вот это не против дровой полоски. Знал бы раньше. Ну вот, рядом. А, вот это был покажу. Оп! Я бы мог подумать. Приезжает и другая охота. Ну, садитесь, это. Я когда жалко, я знаю. Слушай, это же весь прикол постала. Из этого никуда. Теперь я могу видеть! Вот хопа, я опять. А, еще в мантии. Знаешь, комната отследована. Слушай, они должны, наверное, хорошие. А, хм, можно ножницы не забывать. Ё-моё, откуда ты взялся? А. И котика жалко, конечно. Ну что поделаем? Штука. О, хорошо действует. Мясо тоже было раньше, что не бита. О. Так же, это кабинет исследований. Умочите, упивала. Базуки! Базуки! Жека, здесь можно больше сюда. Базука. Еще одна базука. Автомат. Облик, облик. Да, это весь мой набор. Это намет, которым я ни разу не пользовался. Это все. Динамит. Что еще тут? А, у меня это уже есть. Это... О, топор. Я вообще забываю, что у меня было. В принципе. А где пистолет? О, как же я хорошо со своей снарягой. Подожди, наверху вернули. В смысле, а куда? Кстати, что-то не так. Например, где пистолет? Глок. Обычный, ладно. Начнем. Где мой глок? Во-вторых. На, ладно, бейте всем. А все автоматы поменял. Угу. Тут тоже все на месте. А. Ну эти вещи тоже все на месте. Видите, базука, все. О, блин, это на этом ни разу не пользовался. Не буду врать. А теперь вопрос. Сразу задам, а как сюда пройти? Ладно, можно. Это я делал с мусульманом, не помню. Кто бы мог подумать, что произойдет такое? Сейчас куча, сейчас куча, чтобы меня врагов убьет. Что это? Опять? Наконец-то локация. Ну,
сейчас расстрелян, смотрите. Ну, давай.